Мои работы отображают состояние прекрасного во всем. То, что в жизни кажется обычным, на холсте превращается в волшебство красок и явлений. Отталкиваясь от конкретной натуры, я наполняю ее личной эмоциональностью, живописными нюансами. Поиск и развитие своего языка и стиля в живописи идет у меня постоянно. Так Римма Владюк говорит о себе и творчестве. И говорит очень скромно. Как бы вы назвали свой творческий стиль? Импрессионизм. Хорошо, тогда какие ваши любимые авторы в искусстве? Фешен очень нравится. Дейнека, Каролин, Серов. А что больше всего вы любите писать на юге? Наша выставка называется «Южная история». Ну, конечно, пейзажи. Пейзажи? Море, да, солнце. Ночные, вечерние тоже очень люблю. Какой ваш самый любимый город на юге? Очень много. Например? Ну, Ялта мне очень нравится. На деле же из-под кисти художника выходят эффектные, немного мечтательные пейзажи и натюрморты, в которых лишь угадывается реалистичная картинка, показанная через призму влюбленного в жизнь автора. Для живописного творчества Риммы Владюк характерно особое чувство цвета. Пейзажи получают под кистью Риммы яркую эмоциональную окраску. С помощью цвета художник в своих работах воздействует на зрителя и не оставляет его равнодушным. Может быть, она сюжет один, а работа настолько разная, потому что каждая решена в своей колористической манере. Много лет назад, когда она впервые появилась своими работами в салонах, это было потрясение. Потому что такой свободной живописи, пастозной и в то же время такой красивой, сочной, было очень мало. Там присутствовал и сюжет, и реализм, и вот это вот разнообразие красок. С начала 2000-х Римма Владюк активно участвует в различных выставочных проектах, снимается в кино и рекламе. Многие работы находятся в российских и зарубежных – Греция, Франция, Италия, США – коллекциях живописи, а также в Золотом фонде в ГИКа. Ее коллекция в стиле импрессионизм будет интересна как ценителям живописи, так и искушенным зрителям. В течение месяца в салоне на Старом Перекрестке эти изысканные пейзажи можно увидеть лично. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».